вообще идеальная. Хорошие поля, хорошая ледовая площадка. Все наши требования, все наши пожелания выполняются. Вторая тренировка на льдоне немножко ошарашена тем, что понятно, новые требования, новые упражнения. Это как, знаете, в детстве там где велосипед там купили, ты два дня ходишь. Эмоций много, головы немножко не хватает. Ну, это с опытом придет, с тренировками все. Здесь работает контроль шайбы. Можете отталкиваться от своих игроков, то есть работаем по 20 секунд без атаки ворот. Сейчас пауз стало меньше в чемпионате. 4 игры, серия, там между сериями 3 дня перерыв. Единственный как бы месяц ноябрь, 8 игр там всего. Там будет большой перерыв где-то, а так все как бы в динамике, без потери игрового тонуса, я считаю, наоборот, это лучше. И хоккеистам это нравится, когда они больше играют, чем тренируются. Первое же предложение, которое пришло, это пришло от Бурана. Я это воспринял как честь, что мне доверили. И я теперь чувствую, что я как бы должен ответить взаимностью, хорошей игрой и наконец-то попасть в клуб вместе с Бураном. Видно, что ребята заряжены на совершенно другой результат, другой сезон. Посмотрим, лед покажет, как бы сейчас пока позитив, как бы все на хороших эмоциях. Мы всегда уезжали куда-то либо в Подмосковье, либо на Воронеж. Это первый раз за сколько, 6 лет, я не знаю, то, что в Воронеже были здорово. Условия очень хорошие. Я уже, наверное, с июня месяца думал, когда лед. И вот, наконец-то, лед. Хорошо, что у нас хоть единственное в городе залит лед, так что и катаемся. Есть над чем работать, я думаю. Сейчас наберем кондиции и в сентябре попрем.